Я рада вас встречать у себя на даче на одном из цветничков своих. А у меня их несколько. Работы очень много весной. Ну и удовольствие получаешь, потому что все цветет. Очень много цветов. Ну, о чем я буду сегодня заниматься? Одним из любимых растений, потому что это не тот цветок, которым восторгаешься, хоста. Но мне хоста очень нравится. Нравится своими листьями. У меня 5 разновидностей хосты. Они растут вдоль дорожки, бордюра. Ну и чем мне нравится, что хосты это для теневых мест, где не все цветы могут расти, а вот хоста растет прекрасно и создает очень красивый фон для других цветов. Что же я вам хочу показать? Вот у меня одна из хост. У меня это единственный кустик. В общем-то, тех у меня намного больше, но это у меня хоста-малышка, то есть она самого маленького размера. Ну вот она скоро должна распуститься, и, кстати, она из самых ранних, то есть все остальные только еще показываются из земли, из грунта, а это уже скоро будет в самом своем цвету. Но так как у меня этот один кустик, я хочу его размножить. Этому кусту 4 года. Как же размножается хоста? Хоста размножается делением куста. И делают это ранней весной или же осенью. Но осенью вот как-то все не хватает времени именно хостами заняться. Поэтому у меня получается, что я этим занимаюсь весной. Как же мы делим куст? Ну, мы их делим на деленочки. Это тяжело или легко? Ну вот такой вот, видите, мощный куст. Корни очень тесно. Все. Поэтому я буду делить этот куст ножом, то есть буду разрезать его. Я проделала такую операцию с другими кустами, и все благополучно получается. Значит, вот просто беру нож и смотрю, где между листьями разделила пополам. Разделила хорошо, потому что, в общем-то, не пострадала ни один пагон, да? Но я еще поделю. Вот на вот такие вот деленочки я буду делить. Корней достаточно. И плюс кустик еще остался не маленький. Кто покупал хосту, обратите внимание, покупают с одним, с двумя. То есть очень даже экономные. Так. В общем, как получится. Ну, этот оставлю побольше немножко. Так он поделился. Ну и бог с ним. Так, и этот тоже. Этот я еще поделю, потому что, ну, чтобы пару лет его не трогать. Чтобы пару лет эти кусты не трогать. Вот, смотрите, очень хорошо видно, как ножом делится. Вот таким вот образом. Ой, смотрите, что я нашла. Вот, руки взяла, даже не страшно. Видите, что? Это хрущ. Покажи поближе. Это личинка хруща. Боже, как они нам мешают. Видите, вот я выкопала. Сейчас мы просто уничтожаем. Вот таких вот подарков у нас получается много. Боремся. Ну вот и все. Вот сколько я поделила? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну вот. Для парного возьму еще и поделю. Вот такие вот деленочки я рассажу.
И уже на следующий год они будут опять большими. Чем куст больше, он тем эффектнее. Но и оставлять большой куст тоже не рекомендуется. Что же я делаю дальше? Вот я приготовила две ямочки. Ну вот и все. Хосту я свою поделила и посадила два кустика, остальные я уже буду делать без вас. Что я хочу сказать? Хосту я ничем не удобряю. Ну, в общем-то, она растет очень хорошо. Листья красивые. Поэтому, в общем-то, я на это растение не трачу ничего. Садите хосту, она очень украшает цветники. Всего хорошего. Пока-пока. И подписывайтесь на мой канал.